Какой день сегодня хороший. Да, просто замечательный. Такой солнечный. Знаю, к нам приедет новая сестричка Арина. Правда? А я даже не знаю, оригинал это будет или аналог. Смотри, а вот и она. Это куколка Лололол. Будем открывать? Да, ну. Выпадите меня отсюда, пожалуйста. Кто-нибудь, пожалуйста. Это куколка Лололол. Сюрприз. Здесь изображены вот такие вот красивые девочки, куколки и малышки даже. Здесь написано и нарисовано, какие входят в набор аксессуарчики, ну и сама куколка. А с этой стороны какие красивые. У нас уже есть вот такая. Тут такие же самые куколки. И здесь. Куколка говорит: «Откройте меня, пожалуйста, распакуйте». Открываем коробочку. Вот сам шарик. Вот, это как осталось в таком шаре. Здесь нарисована русалочка, которая тоже нам уже попадалась. Здесь тоже все аксессуарчики нарисованы. Штрих-код написан на бутылочке. Давайте скорее открывать этот шарик. Открывается плохо, наверное, без помощи ножничек не получится. Делаем небольшой надрезик. Снимаем первый слой. Здесь я ничего не нашла. Никаких подсказочек, никаких сюрпризиков. Второй слой такой же самый, как и первый. Я думаю, что его тоже будет без ножниц трудно снять. Шарик будет вот такого красивого цвета. Со вторым слоем тоже ничего нет. И третий слой точно такой же, как первый и второй. Ну и, наконец, третий слой снимаем. Здесь что-то такое очень объемное. Не терпится узнать. Но это вот такое вот крепление шариков. Под третьим слоем тоже ничего нет. Наверное, все сюрпризики окажутся внутри. Вот так выглядит шарик. Он с небольшими блесточками. Я открою его, но буду по порядку все доставать. Сначала мне попался вот такой вкладыш. Посмотрите. Думаю, всем он известен, кто уже открывал шарики. Здесь много текста на разных языках и инструкция, как играться с куколкой. Дальше мне попалось, что же достать следующее. Вот такие вот большущие наклейки, посмотрите. Обычно они очень маленькие, а шарики Лололол, они вот такие вот даже очень крупноватенькие. Следующее, что мне попадется, платье, посмотрите, как оно плохо раскрашено, немножко кривовато, но в целом симпатичное, такое немного перламутровое, с сердечками и золотистым таким ободочком. Ставим его сюда. Так, вижу вот такие вот симпатичные очки. Вы только посмотрите. Ну, они мне очень даже нравятся. Сзади вот так выглядит. Красивенькие, можно использовать для куколок. Теперь вытаскиваю. Вытаскиваю бутылочку. Посмотрите, она очень здорово сделана. Довольно качественно. Ух ты, а вот и... Я нажала на нее, произошел небольшой какой-то щелчок, и у нее немного, наверное, тут отошло. Дырочка образовалась. Ну, в шарике больше ничего, кроме нашей куколки, нет. Вот и сама кукла, посмотрите.
Голова у нее как-то плоховато поворачивается. Вообще нет, хорошо, нормально повернулась. Но не сразу. Ботиночки уже на ней, в общем, не снимаются. Они сделаны, оно все литое вместе с ботиночками и с ножками. Но ножки двигаются. Это хорошо. Вот такое личико. Но лицо более-менее красиво прокрашено. Глазки зелененькие. Прическа вот такая вот интересная. У нас уже есть наподобие куколка с прической. Но только у нас золотистая, а здесь розовая. Давайте оденем нашу куколку, и я покажу вам ее. Девочки, ну как вам я? Симпатичная? Конечно, ты очень красивая куколка. Мы так рады, что ты к нам приехала. А что ты умеешь делать? Я еще не знаю. Давайте это проверим. Мне нужна ванночка с теплой водой. Ну и с холодной тоже. Хорошо. Сейчас давай мы сначала тебя в тепленькую ванночку окунем. Посмотрим, что же ты умеешь делать. Меняется ли у тебя цвет? Мне тоже очень это интересно узнать. Может, ты будешь плеваться? Наверное. Посмотрим, плюешься ты или нет. Или ты другими способностями обладаешь. Интересно, меняет ли наша кукла цвет в теплой воде? Платьице такое, кстати, полупрозрачное. Интересно сделано. Но кукла, по-моему, цвет не меняет. Посмотрим, умеет ли она плеваться или плакать или что-нибудь еще. Да, она плюется. Фу-фу-фу, плаксы, плаксы, плаксы. Ну а бутылочка, дорогие друзья, протекает, потому что она очень плохо проклеена, но ничего страшного, будет у нас просто для красоты. Сейчас нальем холодную водичку и искупаем куколку в ней. Вот и холодная водичка. Сейчас попробуем, как куколка в ней себя будет вести. Посмотрите, мне кажется, что в холодной воде у нее платье стало более розовеньким. Друзья, вам так не кажется? Да, было более прозрачное. А стало вот таким вот розовым. Но глазки, прическа и все остальное не поменяло цвета. Как насчет очков, интересно? Очки тоже не изменили свой цвет. А бутылочка тоже осталась прежней. Вот наша куколка. Если вам понравилось, не пишите в комментариях. Пока-пока! Заходите на наш канал и смотрите новые серии вместе с нами.